цепляется за эту зубчатую рейку и ползет вверх. Лошадь. Лошадь и насрала. Вот натуральный эксклюзивный продукт. Говешки лошадиные. Вот как нужно сделать настоящую живую изгородь, чтобы она была сантиметров 80 в толщину. Единственное, повыше бы, такая непросматриваемая. Просто отлично сделано. Магазинами, да. Вот этот кривой домик. Мой пароль. Сувенирный магазин. И она ведет обратно к вокзалу. Отличный вид горы. И на перекрестке зеркало, чтобы смотреть, кто едет откуда. Чуть не попал под электрокар. Фондю 26 франков. Ну, для фондю, в принципе, нормально, хотя это ж будет опять картошка с плавленным сыром. Let me
Канатная дорога на Манлихин. Поезда на долину Элаутербруннен.